думал, как кадр сделать. Возьмите людей. Не, ну. Да, слушай, чем? Может, мы до памятника дойдем и там сделаем? Сейчас, я его сукрутил, сейчас я здесь уроню, а так да, гол. Здесь уроню! Вот трамвайчик. Я бы так держил, просто держил вот так вилку с огурцом, да. Раз, два, три, так. Охуенные огурчики. Вкусные? Ну попробуй сам. Не, ну походу это раз реально. Не, потому что у меня ощущение, что я зря что я напиздел, что они охуенные. Хуя. Боря, угости. Покажи, как он умирает. Давайте подождем. Чего подождем? Мне сейчас можно кушать будет, я схаваю пару фиников, попью воды и пойдем. Давай. Мне 8 минут. Хорошо. Угостишь сигаретку? Да. Это проверка была, я не курю. А, да, ты просто. Конечно. Я на секунду аж просто дернул внутри, я такой. Ты был как брат. Сегодня я написал, я даже паблик телегу создал. Я сегодня написал в телегу, что впервые за 2 недели мне захотелось курить. Реально? Угу. Что, пойдем до памяти? Что, подойдем? Или у тебя прям это... А, ты ждешь, я понял. Да. Я просто ждал. Так, подержи, я тогда расправлюсь с своими огурчиками. Давай представим, что ты просто... С этого момента ты снимаешься в кино, этой камеры не существует, ты просто актер фильма, а я оператор фильма. Поехали. Куда ты ходишь под ногами? А, стоп, это же то самое место. Подожди, для эдитов нужно второй раз проходку сзади меня снимай. Я не помню. Ты ж кто помнит эту хуйню мы здесь летом, когда шкодничали? Я на укрощение жестких. Остановите меня кто-нибудь. Сними гандон. Есть, давай. Сейчас, давай еще раз. Ты что, не видишь? Да. А, это защита от ударов каких-то по голове. Сори, рекованс не модно больше, ребят. Моментс не модно. Зару сказал, что, ребят, вы что, ебанулись? Это сильно. Сейчас слушай кизыча, реально. Дай мне телефон, пожалуйста. Я вчера так же говорил. А ты сигаретку? Не варик. Почему? Нихуя, проснулось дикое желание курить. Просто. Вот не было и появилось. Блять, ну как может быть такое через 2 недели? Я понимаю, на 3-й день. Ну как через 2 недели такое может быть? Это проверка прямо сейчас.
Ну чё? Ну для тебя. Да я не стал. Бля, я четко решил, что я не курю больше. Поклянись. Клянусь. Я буду всегда это говорить. Для меня слово клянусь ничего не значит. Поэтому надо какое-то другое придумать. Для меня слово клянусь — это хуйня. Клянусь. Клянусь, блядь. Что это слово может знать? Клянусь. Анус. Что? Нормально ты размышляешь. Можешь еще дальше это размышление? Давай. Еще клянусь. Анус. Анус. Сусь. То есть я должен переживать из-за слова, которое, блядь, похоже на сусь, нахуй, и анус? Клянусь. Это какая хуйня полная, блядь, человеческая. Лёх, блядь. Напридумывали, блядь. Ты магистр мыслей. Я? Ты философ. Спасибо. Подержи, пожалуйста. А вы как себя чувствуете? Пойду проверю. Все. Пойду проверю. Смотри, какая походочка вальяжная. Я его сегодня... Как будто его машина уже понял. Ну, типа, конечно. Нифига не каршерил. Е200, фоматик. Жёстко, брат. Подлёт. Чем занимаешься, что в столь юном возрасте позволил себе купить такой аппарат? Ну, как сказать, настоящий момент. Пустую точку видишь? Да. А там я бумажный пакет поставляю. Как? Я думал, ты пачку сиг достал. Не-не. Да подожди. Не, сейчас такую ешку себе каждый может купить. Ну, в том плане, работая на обычной работе, накопив денег, такую ешку, кажется, можешь купить. Мне кажется, такая 1,3 миллиона. Наверное, даже подешевле, хуй знает. Она в супер нищей комплектации. Ребят, ну... Какой-то автоблогер от бога типа Мелча. Обзор на ешку в нищей комплектации. Ну, так и есть. Ты посмотри, тут окна поднимаются вот так, нахуй. Блин, мужик, жаль. Хотел Бенц, но сэкономил, типа. Так, что еще можешь отметить в нищей комплектации? Ногти. О, доказано, нищая комплектация. Ни одной кнопки, фонарь, блядь, вот этот что-то у нас. Вот как мне? Вот я человек, зажравшийся. Я хочу, чтобы у меня багажник закрывался сам. Вот так, кнопку нажал и уходишь, и он красиво, медленно вот так. А тут вот, блядь. И пошел. Чел, понял, еще руку надо было, чтобы причинил тогда. Но! Так, ну пойдем за руль сядешь, типа сделаешь, как говорится. За руль? Да. Не имею права. Не? Не на меня оформлено. Если бы я сейчас взял? Если бы я сейчас взял, говоришь? Не, сначала, подожди, ну Бенц, то вон значок, типа, ну. Саня, а есть варик? Саня, есть варик ее на меня спихнуть сейчас? Александр, ну мы нам на кадре надо сделать, потом бы я поездил бы на ней. Есть варик? Давай. Да, если что, время. Ну ты ее не закрывай пока. В ожидании либо кинь, не закрывай, чтобы ее не спиздили. Такие аппараты. В каршеринге такие аппараты вообще моментально расходятся. Ну вот эти нищая комплектация, да, типа. Да. Я не понял. Кушай, кушай, можно? Сколько времени? Можно уже? Можно. Блять, а как ее? Сейчас кто шарит, уже же можно? Да. 19. Блять, а как ее закрыть? Сали, что. Подожди, сейчас там она заглушена. Зачем? По-моему, можно. Ты ничего не поймала! Ты ничего не поняла. Это же... Кто-то пишет нет еще, кто-то пишет да. Сколько времени? Ну, у кого-то 6.05 сейчас просто, типа. Не, 19.01. 26 воскресенье. Кто-то пишет после захода солнца, можно. А, ну... Вау. Не-не-не, вот там каждый день определенное время. Ну, так, кстати, вообще сильно. Слышь, я что-то вахну, что у нас есть метро над... Я тоже в какой-то момент. Это специальная линия, типа, понял? Я кого-то впервые это понял. Это же очень футуристично, да, выглядит? Так это как Америка. Америка? Надо меньше шутить, визу не дадут. Ты хочешь, реально? Ну, в жизни, конечно, хочется везде побывать. А, так да не переживай, побывай. По поводу жить, мне кажется, я нигде не смогу жить, кроме вот здесь. Из-за людей, понял?
Блин. Я, наверное, смогу жить еще на постоянке в Дубае, потому что по факту это Москва. Для супер богатых. Там в Дубае пиздец сколько русских. Ты идешь по центру. Да, мужик, да я. Это для стрима сделали, да? Да, для стрима? Это ты заказал же. Вот это, кстати, знак, то, что заход солнца, потому что фонари получается. Вот так сейчас сел, эту бутылку сжать. Блин. Слушай, ну да, в Дубае, если честно, Павел, я вот когда сейчас был, я вообще офигевал, мужик, я шел по улице, типа, с одними планами, и просто встречал знакомых, и планы менялись вообще на 100. Ну, я там не знакомых встречал, но просто везде, вот, русскоговорящие, заходишь в магаз, там бам-бам-бам, везде на русском говорят. Во всех люкс-магазах везде есть русские консультанты, понял? Ну да. Короче, такая тема. Ну, слушай, очень там быть, типа, должны они там быть. Ну, вообще, в люкс-магазах чуваки должны говорить на всех языках, как будто на китайском, на русском, на любом. Типа, и они должны понимать. Что там уже, там работает Яндекс.Такси и Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор там работает. Когда я был, еще не было. А ты когда гонял через Карим? Я прыгнул в Бэтмобиль, ты знаешь, Uber Black. Что, поедем на Облу? Uber Black. Куда? Ну, Обла сегодня вообще. Где? Где-то Джон Ховевер там выступает и Обла. Реально? Не, вообще сейчас не угораю. Серьезно? Если что, да, вообще полностью серьезно. Сегодня Федук Джипси будет, типа, вот. Ну, это такое мероприятие, как бы, не знаю, вот. А вот Обла, как будто бы, ну, вообще выглядишь как тип, который, ну, хочет на Облу сходить, типа. Почему? А? Я выгляжу, ну, это у тебя ты Players Club, нет, мужик, ну, я-то понятное дело, я вообще, ну, типа, это стопудово. А ты в Рикованте. Это был, ты его худак. Ну, я подготовленно вышел из дома, понял? Типа, ты тогда был, когда я пошутил про Vivian Westwood? На концерте Ровчика. Когда еще Платина посмеялся. Нет. Тогда не буду рассказывать. Но... Рассказывай. Чтобы меня кто-то один поддержал, чтобы ты тоже смеялся. А, ну ты хочешь, типа, пролога... Я понял. Я понял о чем-то. Базара ноль. О! Приятного аппетита, брат. Я на кайф. Он первый вот этот финик, как он его Платина аккуратно посмеялся, понял, слушает. Не, ну тогда, понял, там шутка была такая тонкая, что я настолько удивился, что Робчик посмеялся, что внутри меня на всю жизнь эта хуйня осталась, то, что я могу так тонко. А он прям посмеялся или вот, ну, усмехнулся, как он умеет вот это его... Не, он посмеялся такой, кореш, нихуя ты даешь, блядь. Реально, Павел, ну вот именно вот эти американцы, типа, припарковали машину, вон там вкусная точка. И тут бочка рядом, где топится какая-то хуйня, и бомжи рядом стоят, вот так вот, и рядом уже лежат объёбы. Не, мужик, ну поскольку мы в Москве, понял, вот такого невозможно, тут просто именно андеграунд. Поликула застужусь. Ты ничего не понимала, ты ничего не поняла. Ну, кстати, вот так, да. Вот такой вайб. Еще у тачки открытые двери, понял? Типа, нам не хватает калика. Челы, мы приехали на смотру. И стулья раскладные. Это ж так охуенно. Ну вот, ты уже проникся, да, получается? Это пиздец охуенно. А ты можешь делать кальяны в любом месте. Но я не курю кальяны. Ты вообще бросил? Ну, типа, ну, ты ашку не куришь даже. Да, я бросил никотин. Вопросов ноль. Хорош. Спасибо. Я бы не смог. И причем я не чувствую себя понял? Раньше я прям был раздраконенный, раздражительный. Сейчас я супер спокойный. У меня нет. Ну, у меня. Я всегда раздражительный, но не стал больше раздражительным.